три знака зодиака, которые имеют душу настоящего ангела. Известно, что внутри каждого человека сидит одновременно и демон, и ангел. У каждого из них свои задачи. Демон помогает человеку преодолевать преграды, переносить горе. А ангел в душе помогает творить добрые дела. Но есть люди, в душе которых живет только демон или только ангел. И последних очень немного. Фактически, только в трех зодиакальных созвездиях они и встречаются. А что это за представители, я сейчас вам расскажу. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой телеграм. Там ты узнаешь свою судьбу. Первый знак – рак. Сердце добрых и мудрых раков всегда открыто для любого страдальца. Они позволят поплакаться на своем плече, дадут нужный совет, помогут не только словом, но и делом. Порой даже во вред себе. И этим, без сомнения, многие пользуются. Однако, даже будучи обманутым, рак все равно считает, что этот мир создан из добрых людей и тех, кто таковыми когда-нибудь обязательно станет. Второй знак – весы. Весы – обладатели самой светлой души. Любая чужая беда принимается близко к сердцу. Они готовы оказывать помощь первому встречному, забывая про свои собственные дела. Весы настолько добродетельны, что даже злого человека не ругают, а пытаются сделать лучше. И третий знак. Невероятно развитая интуиция позволяет не только им самим избегать бед, но и помогать другим людям. Так что, если они кого-то в очередной раз отговаривают от неблаговидного поступка, это они не просто мораль читают, но и фактически спасают от неприятности. Потому что гуманисты и настоящие миротворцы, они свою интуицию пускают только во имя добра, пытаясь всех окружающих одарить счастьем и радостью. И это рыбы.